Сказочные замки на Патриаршей площади в Йошкар-Оле на несколько часов превратились в декорации для съемок короткометражки. Фильм «Королевство лишних слов» снимают специалисты детского медиацентра из Чебоксар. Все роли исполняют юные актеры от 6 до 14 лет. В главных ролях ребята, которые занимаются в медиацентре, помогают им воспитанники йошкар-олинских театральных студий. Сказочная карета и костюмы, созданные специально для проекта на фоне архитектурного ансамбля Патриаршей площади, стали и дополнительным развлечением для туристов. Это проект, который получил поддержку гранта президента России Владимира Владимировича. Собственно, на эти денежки мы закупили технику и с помощью этого гранта и снимаем детскую сказку. Идея очень актуальная. А в чем она? Сказка о русском языке. В современном мире русский язык томится, точнее, вот в этом королевстве лишних слов, как называется наш фильм, русский язык томится в темнице, потому что его стесняют слова-паразиты, канцеляризмы, слова-варваризмы, иностранные слова. В общем, ему тяжело. Вот, русский язык в темнице. И наши героини, блогерши, которые изначально в начале фильма говорят неграмотно, используют там словечки «офигеть» и все такое, в конце фильма становятся любителями русского языка за грамотную речь. Сейчас фильм снимают профессионалы, но в будущем на оборудовании, закупленном для съемок, будут учиться работать и сами ребята.